Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот тот батончик дайте. Пожалуйста. Так, значит, сейчас я вам... Вот. Пожалуйста. Палка. Может, вы на складе посмотрите, а? Уральское наливное. Нет, нет там, я же вам объясняла, мы продаем только семена. А, значит, уральского наливного нет, да? О, Господи, никаких нет, ни уральских, ни наливных, никаких. Я понимаю. Вы извините, что я вас потревожил. Знаете, сейчас весна, сажать же надо. Ну так закажите их. Через почту, через интернет. А это можно? Ну, конечно. Спасибо. До свидания. Пить мне поможет. Тяжелая зараза. Опа, Аллочка, подожди. Ничего, я прошу тебя, ничего не таскай. Алла, не надо ничего. Я все сделаю и приеду за тобой потом. Ну прекрати, держи себя в руках. Что? Меня тошнит от твоей нежности. Тошнит? Сейчас прям тошнит. Да, тошнит. То, что меня тошнит, ничего сейчас... не значит. Это значит, Аллочка, не рассказывай мне. Это очень много значит. Аллочка, это значит. Я тебя прошу, ты можешь не болтать? Ну ты же все сглазишь. Не дай бог. Ну не стучи, все будет хорошо. Аллочка, ничего не может случиться. Будет мальчик. Ну, одно из двух, или мальчик, или девочка. Алусик, одно из одного. Мальчик. Я тебя прошу. Ты можешь уехать? Мне нужен сын. Тихо. Аллочка, здравствуйте. Здравствуйте, тетя. Здравствуйте, тетя Алла. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, меня. Ну, вы знаете, ну просто катастрофа. Взяли и в садике объявили карантин. Ну, вот мне, некуда. Ну, некуда мне их деть, понимаете? Они тихонечко посидят у нас в кафе, хорошо? А их потом куда-нибудь сдам. Как о чемоданах, а? Привет, братцы-кролики. Вперед! Ура! Тихонечко там, детка. Что не зашел? Нет. Ничего. Так. Ну. Доброе утро, Витя. Доброе утро, Лида. Миша, доброе утро. Так. Поет.
Несмотря на обилие дорожных пробок, надеюсь, ваше утро по-прежнему остается добрым. Здравствуйте. И вам доброе утро. Ну, а теперь переходим непосредственно к новостям. Ваш заказ. Приятного аппетита. Спасибо, Лёна. Кто-нибудь еще? Чайчик, принеси, пожалуйста. Вот это солнышко, машинка. Прости, пожалуйста. Извини. Настя, что врал? Совсем некуда девать? Совсем. Так, вот это... И главное, это, как всегда, совершенно не вовремя. У меня сегодня кастинг, понимаешь? Угу. Но я же их с собой не поведу, и тут тоже не останешь. А ты попроси Аллу Васильевну. Да ладно. С ума, что ли, сошла? А что? Ей практика нужна. В смысле? Она в положении. Не может быть. Кто сказал? Сорок на хвосте принесла. А ты что, серьезно? Мама сказала сидеть тихо. О, наш дедушка пришел. Мужайся, Пит. В прошлый раз искали адреса московских вузов. У него внук выпускник. А у него внук есть? Ага. Дай ручку, пожалуйста. Позапрошлое. Спасибо. Рабочая вакансия. Слушай, один женщин. По нему можно часы сверять. А у его внука что, интернета? Не знаю. Че, дед все время сюда ходит? Да может, ему скучно, пообщаться не с кем. Доброе утро. Опять вузы ищем? Да, вузы — это само собой. А мне надо, чтобы, как это у вас называется, распечатать адреса для внука, для Миши. Понимаете, он такой парень замечательный, 17 лет, умный. Вот сейчас была олимпиада районная, так он занял первое место по физике. Вы рассказывали. Да. Еще, Петя, мне саженцы нужны. Яблони, уральское наливное сорт называется. Мне сказали, что по интернету их можно заказать. По интернету. Поищем. Да? Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, ваш заказ. Мой заказ. Сейчас я вам заплачу. Вот, пожалуйста. Ой, спасибо. Сдачи не надо. Ой, ну тем более. Уральское наливное, да? Уральское наливное. Я прошу прощения. Девушка, а как вас зовут? Я вот Петю знаю, Любу знаю, а вас еще не знаю. Настя. Настя. Это очень хорошее имя. Спасибо. А вас как зовут? А меня зовут Игнат Иванович. Очень красивое имя. А вы знаете, в дни моей юности был такой анекдот. Родила старуха трех сыновей. Игната, Догната и Перегната. Просто в наше время лозунг был такой. Догнать и перегнать Америку. Вот и анекдот родился. Если я вам буду нужна, я обязательно подойду. Вы извините, я разболтался. Вы идите, идите. Игнат Иванович, я... Петя, иди, спасибо тебе большое. Я про яблочки поищу. Да, спасибо. Прошу прощения. Что, куда мы еще не ходили, а? Куда в кино? Давайте сходим. Может быть, боулинг? Что, можно давайте и боулинг? Давайте боулинг или кинотеатр. Ой, Миш, по-моему, Миша! Тебя зовут Майкл. Мишенька! Опять Зет доставать будет. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Давно не виделись? Да уж. Вы в среду приходили. Не помните уже? Так это когда было? Давно. Уроки кончились? Да. Не задерживайся. Мама волноваться будет. Да? А чё ко мне не заходишь? Времени нет. Ты приходи, Миша. И с друзьями приходи. И с девочкой своей тоже. Игнат Иванович, вы зачем пришли? Не, я по делу, Миша. Я по делу пришел. Смотри, вот сделал распечатки, взял адреса всех вузов, вот. А черт, разных вузов, адреса, понимаешь? Ты же у нас выпускник. Тебе же надо учиться дальше. Вот здесь все адреса есть, всех вузов. Мне это не надо. Я осенью в армию ухожу. Мы с мамой уже все решили, так что извините. Армия — это нужное дело. У меня сын тоже служил в армии.
Слушайте, Игнат Иванович, я вас уже просил и опять прошу, пожалуйста, не ходите сюда. Мне перед пацанами неудобно. Я вам перезвоню. Послушать внимательно. Когда мама придет на работу, ни звука, ни звука. Не к тебе это касается, в первую очередь. Я понятно объясняю. На горку я не разрешаю, она грязная. Здрасте, здрасте. О, опять Игнат Иванович. Это ваши? Да. Потрясающе, молодец. Чем больше, тем лучше. Ну да, только девать их некуда. Приходится везде с собой таскать. Так, я кому сказала на горку не лазить? Что, это детский сад, что ли? Дети! Скажите, а как их зовут? Ника и Васька. Ника. Чудесное имя для девочки. А ты, значит, Василий. Я Никита. А я Василиса. Потрясающе. Так, все, мама опаздывает на работу. Послушайте, Настя, оставьте их со мной, куда вы так спешите? У меня пробы. Да, я вообще-то актриса, это я временно подрабатываю официанткой. А в садике карантин, и няня наша уехала. В общем, вот это мы бежим-бежим целый день и почему-то на месте стоим, Настя, да? Настя, оставьтесь со мной. Я живу вот в этом доме в 40-й квартире. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Ну, это неудобно, наверное. Скажите, что тут неудобного? Оставляйте. Я на часик. Вот конечно. Часик, я вернусь. Сейчас, секунду. Так, Ник и Васька. Все видят этого дедушку. Дети, да. Это дедушка Игнат. Да, здрасте, дети. Его нужно здрасте, слушаться. Это понятно? Это наш дедушка. Ваш дедушка. Ну? Я мигом туда хорошо, и обратно. Хорошо, хорошо, да? Настя. Так, слушаться дедушку мне. Ясно. Теперь я ваш дедушка. Побежали, побежали. Кто первый спустится, того приз. Игнат Иванович, ваши? Мои, мои! Давай, Никита, быстрее, молодец! Первое место, второе место! Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, представьтесь, пожалуйста, сколько вам полных лет? 30 лет. Окончила щеку в 99-м году, а в театре я временно не работаю. А где же? В кафе «Не одинокие сердца» официанткой. Ну, повернитесь, пожалуйста, в профиль. В профиль, я сказал. Туда смотрим. Да. Спиной. Спиной. Да, да. Анфас. А? Девушка, быстрее, быстрее, фас. Ну, а теперь задание. Спасибо. Задание. Вы кушаете йогурт, он вкусный, и говорите так, понятно, да? Ой, какая, да, да, прекрасно, замечательно, да, да, какой-то йогурт невкусный у вас получается, что-то такое. Ладно, теперь мне нужен ваш голос, дайте голос, ну что-нибудь, да, расскажите что-нибудь. Анастасия Садовская, начинающая актриса 30 лет. Или так, никак не могущая начать актриса с двумя детьми. Девушка, вы можете не дергаться, встать спокойно и рассказать. 30 лет актриса. В ожидании славы и ролей временно работающая официанткой. А да, еще. Безрезультатно ходящая по дурацким кастингам. Извините. Следующий. Светишь, вот какой, Дима. Море вздуется бурливо, зашумит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разбежится в бурном беге и останется на бреге чешуей, как жар горя. 33 богатыря!
ам и ням. Ура! Дедушка Игнат, а ты теперь с нами будешь жить? Нет, милый, но я буду с вами часто гулять. А наш папа с нами не живет. Это не очень хорошо. Он сказал маме, что ей никто не нужен, и ушел. Маме нужны ролики. Да не ролики, а роли. Мама хочет, чтобы ее все знали, поэтому папа не нужен. Папа сказал, что мы маме тоже не нужны. Неправда, мы маме нужны. Не нужны. Нужны. Нет, не нужны. Нужны. Не нужны, не нужны, не нужны. Вы очень нужны вашей маме. О, а это ваша мама. Ура, мама с кастинга пришла. Мама вернулась, ура. О, это вы? Пожалуйста. Хорошо, проходите. Я боялась квартиру перепутать. Прошу. Я маме блинчик дам. Угу. Да. Спасибо. Да. Проходите. Пожалуйста. Ура! Ура! Мама, мама. Да. Ну как вы тут, нормально? Чудесно. Ваши дети просто сказка. Да уж, сказка. Ну, что, дети, собираемся, идем домой. Нет, нет, я вас без чая не отпущу. Вы обязательно должны попробовать мой фирменный чай. А дети хорошо пойдут в соседнюю комнату поиграть, да, дети? А можно вот на пианино? Можно, ура, можно. Пианино, ура! Садитесь. Спасибо. Ну, как прошел ваш кастинг? А как он мог пройти у неудачницы? Тысячный раз и мимо. И хоть бы роль какая завалящая, а то реклама йогурта. Мне 30 лет, а я ничего не достигла, характер ужасный. А, да, и у меня двое детей. Я ими связана по рукам и по ногам. Что вы говорите? Что вы несете? Дети! Это счастье. Это самое большое счастье, которое может быть. А счастье – это вещь очень хрупкая вещь. Так все хорошо, потом один миг, и все теряешь. И остаешься совершенно один. Не смейте при мне говорить такие вещи. Слышите? Соседи? Да. Сейчас я их успокою. Не надо их успокаивать. Так соседи. Ну и что? Потерпят. Потерпят. На, бабушка, побей. Спасибо. Я ведь кофе просила. Ты что? Ну как, какой кофе? Забудь. Как в твоем положении? Ты что, тебе и чай сейчас? А, ну все, все, все. Работай. Работай. А, Лусик, а может, Лиске скажем? А, нет? Не будем говорить? Конечно, конечно, не будем. Ерунду сейчас сказал. Работай, ага. Ой, маленькая. Ой, просто я так счастлив. У меня будет сын. Прекрати. Слушай, прекрати. Иди сделай объявление во всем кафе. Ну, все, все, не будем. Ведь ничего еще не известно. Прекрати, ты сглазишься. Ну, я прошу, ну все, ну, не нервничай. Все. Может, подумаем, как назовем, а? Все, я пошел. Угу. Пошел. А че же? Добрый вечер, Игнат Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Любонька. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Спасибо. У нас всегда. Ой, спасибо. Здравствуй, Петя. Добрый вечер, Игнат Иванович. Я вас как раз жду. Ну что, получилось? Да, да. Потрясающе. Все есть. Пожалуйста, уральское наливное тоже есть, так что... Нашли, да? Да. Ага. Потрясающе. Очень важно для Лидочки. Для Лидочки-то невестка моя. Ага. Она очень хорошая женщина.
умница, красивая. На Красноармейской работает, в универмаге большом. Вы уже рассказывали, да? Да. А почему именно уральские наливные? У нас яблони были. Сгорели они в прошлом году вместе с дачей. Так вот, я хочу, чтобы Лидочка их посадила. И чтобы у нас было все как раньше. Ну, собственно говоря, можете заказывать. Хорошо. Да. Так, где... Я ж... Нет? Ну, у вас есть почта, почтовый ящик? Ну, ты... Тогда, собственно говоря, пользуйтесь моим, набирайте и заказывайте, что вам надо, сколько. Ага. Они ответят. Когда закончите, кликните вот сюда. Пожалуйста. И прямо ответит? Да. Да. Не буду мешать. Я вашему замечательному кафе обязательно сделаю подарок. Я действительно чувствую себя здесь не одиноким. Здравствуй, Лида. Я испугалась? Слушай, а что ты такие сумки тяжелые носишь? Давай я тебе помогу. А? Я у Мишеньки сегодня был. Сказал, чтобы он пораньше пришел, чтобы ты не волновалась. Да, Миша мне про армию сказал. Это правильное решение, это верно, это нужно. Витенька тоже в армии служил. Ну, ты знаешь. Да? Что вам от меня нужно, Игнат Иванович? Нет, я хотел сумки поднести. Да, самое главное, просаженцы. Я же договорился, у нас будет уральское наливное. Мы их посадим вместо тех, которые сгорели. Господи, это когда-нибудь закончится? Сил же нет никаких. Но неужели трудно понять, что не нужно приходить ни ко мне, ни к Мише? Да оставьте вы нас, наконец, в покое, Игнат Иванович. Ну зачем же так мучить людей? Господи, когда вы это поймете? Ну как мне вас еще просить? Оставьте нас. Спасибо, пожалуйста. Я перезвоню, привет. Перезвоню. Чё? Ну вот, привезли. Вы хозяин? Я хозяин. За доставку заплатите и распишитесь. Что это значит заплатите? Я это не заказывал. Это подарок. Ты что? Что это? Что это за подарок, Пит? Что это такое вообще? Что это за подарки? Значит так, мне ваше пианино не нужно. Прекрасно, оно мне тоже не нужно. Ну, очень хорошо. Отвозите туда, откуда взяли. Да что его, мальчик кататься по всему городу туда-сюда обратно. Забирайте ваш инструмент. Так, вы не мальчик, мне к черту сдался ваш инструмент. Эдуард Павлович, я знаю, чье это пианино. Ну? Это дед ходит к нам в кафе, Игнат Иванович его зовут. Ну, это его пианино, по-моему. Во-во, так и было. Сказал, это подарок, дал ваш адрес. За доставку заплатите вы. Старик? Ну, не молодец. Что случилось-то, а? Аллочка, знаешь, какой-то дед зачем-то подарил нашему, значит, кафе вот это пианино. А я почему-то должен платить за доставку этих дров. Вы знаете, если оно в кафе не нужно, я могу даже его забрать себе домой. Вы только сейчас от него не отказывайтесь, заплатите, я потом получу зарплату, верну до копейки. Что значит не нужно? Очень даже нужно. Я давно мечтала поставить в кафе пианино. Да. Сколько? 500. Сколько? Заплати. А я смотрю, у вас тут изменения. Да, явные. А, купили пианино, да? Вы знаете, нам его кто-то подарил. Серьезно? А может быть, тогда я помузицирую немножко? Пожалуйста. Спасибо. А у вас и ноты с собой? Да, вот случайно. Сто лет нормально не играл. Да? Соседи не разрешали. Им, видите ли, это мешало.
А я думаю, здесь это больше пригодится. Итак, песня о весне. Все стало вокруг голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда. Никогда от себя не отпустит, от каждого окошка поются мне. О любви когда не бывает без грусти. Все мимо нот. Игнат Иванович, ему плохо. Давай скорую вызовем. Скорую? Скорую? Значит так, мы вот возим 7-ю больницу. Это здесь недалеко, хотя без документов. Мы обычно возим другие больницы. Но мы найдем его родных и сообщим. Да, да, сообщите им, пускай придут и возьмут паспорт. И полис. И что ж, дедушка, в таком-то возрасте без документов ходит, да? Поехали. Мы даже его фамилии не знаем. Сейчас посмотрим. Он с моего ящика отправлял заказ на саженцы. Должен был указать фамилию. Так, а это что за письмо? Так. И что там? Дорогой Миша, как здоровье твоей мамы, как учеба? Твой дедушка Игнат. Слушай, оказывается, дед не так уж беспомощен в пользовании компьютером. Спокойно. Ну, кому ты сейчас пишешь, Пит? Внуку его. Сообщаю, где сейчас дед и адрес кафе, соответственно. Устала сегодня. Спи, спи. Ты смотри телевизор, если хочешь, он мне не мешает. Не хочу. Миш, ты сказать мне что-то хотел? Да нет, ничего. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что там? Внук Игната Ивановича не ответил? Нет. Ну так напиши еще раз. Я написал уже 3 письма. Слушай, надо их искать, внука или невестку. А как? Через школу? Нет, да, ну школ много. Через адресную книгу. Слушай, универмаг на Армейской 1? При чем здесь универмаг? Там его невестка работает. Я сбегаю. Давай. Давай, давай. Слушай, ее Лида зовут. Я поняла. О, извините, вы давно здесь работаете? Мне хватило. Не подскажете, где мне найти Лидию Валенкову? Я не знаю, к сожалению, ее должности, но, по-моему, она занимает высокую должность. Из дирекции, что ли? Не знаю. Лида. Нет, там точно таких нет. Может, из бухгалтерии? Может. Ну, там у нас Валентина, Ольга. Нет, девушка, я не знаю Лиды. Видимо, такая не работает. Совсем-совсем. Угу.
А, подождите, девушка. Я вспомнила, есть у нас Лида. А где она? Сказали, тоже высокая должность. Сбили меня с толку. Лида, уборщица. Вон моет поручни. Ой, спасибо, mm-hmm. спасибо вам огромное. Пожалуйста. Лида? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет Игната Ивановича. Господи, значит, мало ему, что сам нас достал. Так теперь еще чужих людей подсылать начал. Лида, подождите. Да послушайте. Игнат Иванович в больнице. Вы единственная родня, которую мы знаем. Это вы послушаете. Это вы ничего не знаете. Ни про него, ни про меня. И никакая мы ему не родня. Мы с его сыном всего 4 года прожили. А теперь Вити нет. И я ему не невестка. И Миша ему не внук. Мише было 12, когда мы с Витей поженились. Значит, обо мне старик вам рассказал. А как сына своего погубил, нет? Тогда я... В августе прошлого года на даче мы были. В речке купались. Дым увидели. И люди с вестью. Ваш дом горит. Мы кинулись. Витя в дом отца спасать. А горело все уже сильно. Витю не удержали. Он кинулся. А там и... А этот... Старый олух, оказывается, у соседа в домино играл. Ничего не видел, ничего не слышал. А горел-то из-за него, понимаете? Не хотим мы с Мишкой видеть его больше. Да мы никогда и не были дружны, так только общались. Больно мне с ним общаться, понимаете? Это напоминание... А старик после похорон, ну как назло, прилип, не отцепишься. Роднёй мы вдруг стали. А Игнат Иванович саженцы заказал. Дались ему эти саженцы, прям двинулся на них. Сын из-за него сгорел, а он на саженцах зациклился. Яблоньки молодые вокруг дома были. Тоже выгорели. Все как одна. Я вас очень прошу, оставьте меня в покое. А старику передайте. Чужой он нам. Добрый день. Здравствуйте. Простите. А вы уже знаете, кто у вас будет? Нет? Не знаю. А я знаю. Сын. Mm-hmm. Мальчик. Ну? Ничего страшного. В каком смысле? В смысле в том, что ваша жена Алла Васильевна приняла за беременность, была небольшая возрастная дисфункция. Так бывает, когда некоторые женщины принимают желаемое за действительное. Ваша жена не беременна. Всего доброго. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Я уйти отсюда хочу, понимаешь? Аллочка, то есть не беременна. А как же мы... До свидания. До свидания. Да вы что, хватит. Мне же не съесть только. Нет, 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 Игнат Иванович, это все вам. Спасибо. Чтобы вы скорее поправлялись. Нет, серьезно, ну в нашем кафе пить совсем некого. Да. Боже мой, Игнат Иванович,
Мы же связались с вашим внуком, с Мишей. Он сказал, что он придет к вам. Вот. Он сейчас немножко загружен, готовится к экзаменам там. Не придет он. Игнат Иванович. Не старайтесь, Настя. Он не придет. Сын мой, Виктор, погиб из-за меня. Не придет он. Виноват я перед ними. Ой, это мои, по-моему, там хулиганят. Я сейчас. Настя, а пусть они сюда придут, а? Настя! Пусть придут сюда. Хорошо. Детишки, не балуйтесь. Извините. Вы же в больнице, вы что? Хотите к дедушке Игнату? Подождите. Можете забрать его паспорт. Он же вам отец? Нет. Ну, просто хороший знакомый. И детишки не родня? Нет. Жаль. Карточка Вербицкого. Угу. Возле дворца, а под ней хрустальный дом. Белка там живет, ручная, да чудесница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Дети, браво, 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 чудесно. Дедушка Игнат, когда ты пойдешь с нами гулять? Ну-ну. Ты смотри, чего творят, а? Мам! Мам! Мам, ты чего? Плачешь? Прости меня, сыночек, прости. Я хотела бы, чтобы жилось нормально, а не могу. Как вижу, сразу все вспоминаю. Ну все, успокойся, хватит. Ну хватит, ты что? Витя так похож на отца. Его молодого нет, а тут живехонек. Я ведь тебя никогда не настраивала. Нет? Ты же сам не хочешь с ним общаться. Ты про деда Игната? В больнице он. Женщина ко мне сегодня приходила, укоряла. Я знаю, что он в больнице. Хотел тебе сказать, просто не смог. Не пойду я к нему. Не могу. Смотрю на него, вижу Витю. Успокойся. Хватит, мам. Дед Игнат, он же не виноват. Знаю. А кто виноват? Прекрати, слушай, ну прекрати людей распугивать. Чего распугивать? Это я еще не распугиваю. Вот сейчас запою, тогда, может быть, и распугаю. Ты петь собираешься? А что? Мне кажется, у меня это хорошо получается. Да вот, четыре руки, сыграем, садись слева. А то что-то... Давай сейчас не будем играть, а? Ну давай, пожалуйста. Давай не будем, а? Ну давай, ну хорошо же на свадьбе играли, четыре руки, вспомни. И он мне говорит, ну так вы сделайте что-нибудь. И что? Ой, мамочки... А я говорю, а я что? Что я могу сделать? Здравствуйте. Доброе утро. У меня, наверное, к вам. Я Миша, внук Игната Ивановича. Очень приятно. Это вы мне писали? Это я вам писал. Я хочу попросить, чтобы вы больше мне не писали, потому что я был в больнице.
сегодня Игнат Иванович, он умер. Когда? Утром. Эдуард Павлович. Да, да. Там это, опять что-то привезли. Говорят, там. Ха, потрясающе, а? Не жизнь, а сплошные сувениры. То пианино затаскивали, теперь вот, пожалуйста, кусты. Уважаемый, что это такое? Это яблони. А? Уральский налив. Как заказывали, 10 саженцев. Ну что, будем приторговывать яблочками, да? И подержанными роялями. Угу. Чего же вы сюда-то их привезли? Значит, такой был заказ. Заказ? Не от дедушки ли? От дедушки. От того самого, что нам пианино привез. Он что хочет, чтобы мы их здесь посадили? Да нет, он их себе заказывал. Что ж себе заказывал, а нам привез? Он умер сегодня. Господи, боже мой. Вот, это его... Внук, я... Его внук. А не хотите себе их забрать? Мы с мамой пока не можем их забрать. Нет, вы, они вам нужны или не нужны? Да, но у нас нет денег. Ну ладно. Какие деньги? Я оплачу. А? Я оплачу. Давайте, будьте добры, грузите в машину. А ты садись в кабину, покажешь, куда везти. Да, спасибо. Спасибо. Эдуард Павлович, пожалуйста. Можно мне уйти? Можно. Спасибо. Скажи мне, сад, где счастье взять? Деревья знают, но молчат. Как поздно научила прощать меня. Мой яблоневый сад. Вася! Мама пришла! Мама, тебя что, с работы выгнали? Ура! Ой, ну пошли домой, пошли. Спасибо вам, Клара Карловна. Можно? Угу. Слушай, а тебе обязательно сын? Может, дочь? Может, дочь. Только давай имя я придумаю, хорошо? Как поздно научила любить.